Праздник осени и ярких красок. Праздник, который по праву принадлежит Иванову. В субботу в парке Степанова состоялась ситцевая верста. Программа мероприятий, как всегда, насыщенная и разнообразная. Приходят сюда целыми семьями, а это значит, занять нужно всех. На сцене коллекции из ситцев и льна, выполненные руками местных дизайнеров и детскими театрами мод. Эта площадка обычно собирает ценителей стиля и нестандартных решений. А здесь семейные забеги на четверть, половину версты и на версту. И это территория настоящей борьбы и азарта. Тактику участники раскрывают только в случае победы. Прыгать очень широко и далеко, да? Да. Расскажи. Наша практика была, что я бегал только в себя. А в папу? А в папу тоже. Ну и какой же праздник в городе невест без молодоженов? Эти ребята свадьбу отгуляли недавно. Едва успели снять праздничные наряды и сразу на версту. Ну а на финише неизменная горька. 3-4! Вот видите, вас послушали и пожелаем им счастья! Мы занимаемся спортивным ориентированием, оба мастера спорта. Бегаем соревнования, тренируем маленьких детей. Приглашаем всех к занятиям спортивным ориентированием. Креативная идея этого праздника – большое лоскутное одеяло. Его мастерили все. Из небольших треугольников можно было склеить свой неповторимый лоскуток. Участники после того, как они приняли участие в забеге, могут подойти, из квадратиков выклеить большой квадратик, а этот большой квадратик на еще больший. И к концу праздника мы должны увидеть большое лоскутное одеяло 1,60 м на 10 м. Вот и Владимир Шарыпов в таком неделовом ситцевом галстуке смастерил свой мэрский пазл для гигантской мозаики. На ситцевой версте первый раз. И, соответственно, как раз сегодня пришел посмотреть, как этот городской праздник выглядит. Но мы видим, что людей много, значит, праздник удался, и все вроде чем-то заняты, нашли себе занятия. Большая очередь стоит, чтобы побегать. Вот я сейчас зашел, посмотрел. И, ну, значит, праздник удался, тем более погода нас не подвела. Погода не только не подвела, но и подарила ивановцам прекрасный выходной на свежем воздухе. В этом году ситцевая верста собрала более 2000 гостей. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.